В минувшую субботу у стен Троицы Сергиевой Лавры развернули самый большой российский триколор. Его вес составляет более 100 килограммов, а площадь равна почти 1500 квадратных метров. Флешмоб прошел в рамках акции «Все стихии», которую организовало общественное движение «Ночные волки». А смысл акции зародился в том, чтобы во всех стихиях развернуть этот флаг и огонь, вода, воздух, земля, что, в общем-то, уже осуществили. Сейчас дальше флаг был развернут на Северном полюсе, в Антарктиде и на самой большой горе Европы, Эльбрусе. И в данный момент акция подходит к концу, и мы сегодня в честь Николая Чудотворца осветили этот флаг, и флаг уйдет в музей. Патриотическую акцию благословил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. К флешмобу присоединились все желающие – полицейские, юноармейцы, ребята из клуба «Пересвет», прохожие, туристы и монахи. Меня звали на Северный полюс, и еще в несколько стран, но получилось только в России принять участие. Очень давно хотели, вот приехал с двумя детьми, это Миша и Настя. Руки чуть-чуть болят, а так очень интересно, патриотично и гордость за страну, за флаг. По словам организаторов акции, гигантский флаг был виден даже из космоса. Пока фотографии не опубликовали, но как только они появятся, обязательно поделимся в наших социальных сетях. Дарья Леонова, Дмитрий Зайчиков, ТВР-24.